тему страха. Вот. За меня переживал. Я переживал за последствия. Что могло случиться. Это реально, это очень страшно. У меня прям вчера ужас был. Я не знаю, я пытался тоже какой-то паники, наверное, не стоило. Хотел, нужно было взять себе в руки. Вот. Поставила стена. Настя немного тоже пострадала. Я вчера очень сильно на нее наехал. Насте нужно научиться просто все говорить. Настя, да, я знаю, мы над этим работаем. Таких ситуаций. Мы над этим работаем очень давно, Юль. И как бы эти вопросы к Насте. Если она